Привет! Я главный актер сериала. Оперативный псевдоним. Да. Всем понравился наш сериал. Решили снимать продолжение. Оперативный псевдоним 2. Где же пройдут съемки? Или... Иордания. Так, Иордания. Может быть... Монако. Монако. Может... Камерун. Камеруне. Или в штате Мексики. Сьюдад де Мексико. О. Так, так, пройдем по книжкам. Найдем подсказки. И узнаем, в какой же стране будет сниматься продолжение сериала «Оперативный псевдоним». Ох, вам поможет СиДжей? Ох, чувак, спасибо за это. Да, но я тут ждал девушку вообще-то. Я хотел ей цветы подарить. Вот, прислали тебя. Ладно, поеду-ка я лучше на автобусе. Поищу свою девушку. Надо же цветы кому-то отдать. Свинке Пеппе можно розу ее дать. Да? Ты что, чувак? Мне принцессу надо. Белоснежку хочу. Хочу фею. Хочу Золушку. Хочу Русалочку. Парень, немного ли ты хочешь? Все сразу. Как это? Не потянешь? Угу. Я сейчас возьму, подниму армию гномов. И мы разберемся с тобой, Карл Джонсон. Так. Мишкиганми. Ух ты. Это же пираты. Откуда они тут у нас появились? Наверное, корабль хватит. А, они захватили, наверное, корабль. Взяли заложников и высадили их на острове. Слышь, оперативный псевдоним, срочно нужно освободить заложников, которые находятся на острове. Монако. Да. Первый бал. Так. Мэтр и Гвидо. Ну что, Гвидо, это итальянская азбука? No, Италия. Это русская азбука. Блин, Петрова нету с нами. Он бы смог бы выучить. Давай попробуем сами. Кай! Так. Мамонтенок. Да-да, в Монако, мамонты живут, как же. Кузя! Сундук! Ой, царевна-лягушка! Ну, сундук лучше был. Ладно, Сьюдад де Мексико, первый бал. Гвидо! Ух ты, как у тебя хорошо получается. Да-да, Гвидо. Научи меня, Гвидо. Окей. Сделаем пит-стоп твоих башмаков. Сделаем пит-стоп из твоей шляпы. Ага, новые перья поставим. Это будет очень-очень быстро. Шу-шу-шу-шу. Пит-стоп.
Ух ты, и где же это все произойдет? В Мексике, вот сюда до Мексико. Второй бал. Юху. Уиджи. Я такой старенький. Я даже помню, как к нам в Радиатор Спрингс прискакивал сам Александр Македонский. Да, и он боролся в каньоне со своими врагами. Убивал их. Отбирал все деньги. И на все богатство построил шоссе 66. Такс. Где же это все? В Иордании. Иордания. Первый бал. Так. Качал. Молния Маккуин. О, сам молния прибыл. Так. У меня номер какой? 95. Значит, слушаем песню номер 9 и песню номер 5. Давай лучше 5 сначала, а потом 9. О, вот это правильно. Сначала загорать, потом спать. Вот это лучше. Солнечно. Это у нас Камерун получает первый балл. Я поехал в конус к Сайне. А вы поищите белый цвет в флагах, как белые медведи. Монако. Второй балл. Сьюда де Мексико. Третий. Иордания. Второй. Ух ты, молодец, Маквин, сколько много подсказок нашел. Джесси Бузай. Вперед, мой конь! Ио! Ту-ту-ту-та, медведь! Ничего, это хороший медведь. Хуже Лаццо медведей не бывает. Девочка Маша, мы тут заблудились с Бусаем. Помоги найти дорогу. Не умеешь ты, Мишка. И смеяться нормально. А я им покажу настоящую помощь. Вот, Миша, как надо делать. На границе. Мексики. Сюда, 4-й балл. Ой, спасибо, Маша. У-ху. Робин Гуд. Так, ну что, будем пускать стрелы. Итак, стрела первая. Пошла! Попала. Попала цыпленку. Желтый цыпленок. Есть желтый цвет в флагах? Есть. Сьюда де Мексико. 5. Монако. 3. Камерун. 2. Так, пускаем вторую стрелу. Ух ты, петуха похвали. У него красный перья. Так, смотрим. Камерун. 3. Монако. 4. Иордания. 4 балл. Так, пускаем третью стрелу. В утку попали. Да-да-да. Утка у нас коричневая. Есть ли тут коричневое что-то? Похоже, нету коричневого. Ах, я так и знал, что промахнулся. Ну ладно. Пенни и Вольт. Смотри. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Не заткните собачки! Ну вот, ну. Чё тут разлаялись собаки? Это Вольт начал.
Извини, Дедушка Мороз, не хотели мы тебя будить. Ну только Вольт тебя разбудил. Да, ну все, Вольт. Не будешь больше лаять. Своими родственникам. Да, до следующего Нового года научишься новогодней песенок. Воу-воу-воу-воу. Хотя бы так, да. И только тогда получишь подарок. Пенни будет получать. Ах, ну вот, видишь как. Гамбир. А теперь идите-ка вы. Ох, ладно. Нет? Гамми-бер! Не хочет спать? Гамми-бер хочет? А ты что, азбуку выучить? Карусель. Карусель. Камуалы. Клоун. Клоунс рада йогу. Нет, я не клоун, извините. Баба. Божья коровка. Могу. Маг. Малыш. Так. Цыпленок. Перчатки. Шапка. Вот правильно. Шапка маскировочная, перчатки. Сюда, шестой балл. Яхта. О. Ну вот, это круто. Яхта плывет в Иордании, в Оман. Пятый балл. У меня персональная яхта будет. Так, опять ты? Ну да. Ну где же тут девочки живут? Наверное... Кому отдать цветы можно? Пройдись по буквам и найдешь свою женщину. Может быть, Г? Г. Герда. Вздыхает Герда. Потому что она скучает про Кая. А, значит, это не та, да? Кому еще? Так, Б. Б. Белоснежка. О! А чего она смеется? Потому что у нее есть гномики. Да. Эй, чувак, Зиди, не мешай нам азбуку учить. Иди своих женщин дальше. Сам ищи. И краткое. Йод. Да, ты понимаешь, всякие гамми-беры, гамми-беры. Мы гамми-беры. Мы гамми-беры настоящие. Ворчун, не ворчи. Все. Царь. Мы цари всех гномов, гамми-беров. Ворчун. Все. Мамонтенок. Мы как будто как мамонты, мы еще не вымерли, остались последними мы. Ворчун, мамонты вымерли давно, ты головой думай. Кузька. Да. Кузька, кто такой Кузька? Почему Кузька? Почему не я? Все, уходим. Так. Ух ты, смотри, я себя вижу. Да, ты в книге. Круто. А меня там нету? Внутри книжки сейчас. Вот ты. Во, а это я, Гвидо. Круто. А кто по буквам посмотрим, какие еще мы найдем? Кинг. Кинг. О, Кинг. А, это гонщик. Кинг великий чемпион, побеждал всех, все тачки он, но состарился, устал и от молнии устал. О, на М-букву какая машинка у нас? Молния Маквин. О, качау. Молния Маквин, это Молния Маквин, в мире он такой один, мчится словно ветер всех быстрее на свете. Качау. Цвет. Ага, это Рамоны. Меняет цвета. Да. И
Искра. Искры летают. Вау, ну круто. Все тачки уехали. Так. И-хо! Куда мы тут приехали? Вы приехали в Атышскую азбуку. О! Да, батан. А как эти буквы читаются? Мы не знаем. Все очень просто. Идем по буквам. Ягненок. Цыпленки. Ягненки. Я же пастушка была. Это Бо-Пипа была, а не ты. Мотоцикл. Ну, не, у меня крутой. Бузконь. А я люблю мотоциклы. Давайте букве Бога. Бал. Монаку. Все. Шестой бал. Пианино. О, музыка играет. Это пиано играет. Пятый бал. Окс. Эй, Робин Гуд. Это я, ботаник. Можешь стрелять по буквам, пожалуйста? Только надеюсь, ты попадешь правильно. Ладно, мальчик, так, попробую. Первый выстрел. Пш. Компьютер. Ты попал в мой компьютер! Гад ты я такие! Да нет. Новый компьютер покупать будешь? Ты как Ингрид Джерман Кит кричишь. Давай следующую букву. Пш. Муравейник. Ты всех моих муравьев разогнал! Ну, извини. Следующее. Цыпленок. Все желтые цыплята разбежались. Сюда, седьмой бал. Все, и последняя буква. Йогурт. Робин Гуд, ты сожрал весь мой йогурт! Иди-ка ты отсюда, не буду я больше тебе помогать! Ну, как хотите. Ну, этот мальчик. Так. Вы слушайте песенки Пенни и Вольт? Да? Ну, давай, сколько нас? Двое. Послушаем. Наша Таня громко плачет, уронила в речку мячик. Тише, Танечка, не плачь. Боль достанет твой мяч. Фас, бери мячик, лови. Let you be my Valentine. Это же скутер поет. Ты не хочешь быть моей Валентинкой? И второй заяц смеется. А кто хочет быть моей Валентинкой? Леопольд. Вы поторапливаетесь там. На поезд опаздываем. Мы хотим попасть в Мексику. Вот. Восьмой бал. Сюда. Ладно. О, чувиха. О, Карл. Я иду к тебе. Это к тебе. У меня для тебя цветы, детка. О, спасибо, я иду к тебе. Отвали над моей женщиной, а то я всех охранников короля подниму. Все, ухожу. Отсюда меня прогоняют, гады. Это трубадур. Слышите песенки Мишки Гамми? Сколько раз? Ну, Ворчун это один, Солнышко это два, Грамми Гамми это три и Колдун четыре. Четыре. Песня номер четыре. На белом своем корабле.
белом корабле можно уплыть прямо. Да, в Камерун, тут море есть, можно плыть. А, можно, 5-й балл. Ну, яхта готова. Мне срочно нужно отправляться на соревнования. Тачек! На борт! Полный вперед! Куда мы поедем? Мы плывем в Мексику! Тюдат! 8-й балл! Пошли за мной! Уиджи! Пит-стоп! Пит-стоп! И мэтр тоже идет! И Гвидо! И мэтр все... Ух ты! Я тоже за вами! И Джесси тоже! О, чё? Чё вам надо от меня? Идите к эксперту лучше! Да, я сейчас... Выстрельну эксперта! Эксперт есть! Можно идти! Ай! Закнись, гимн Мексики! Так, ладно, кто у нас сегодня эксперт? Вау! Ах, ах вы отвратительный! О, чувиха, чувиха, да, познакомимся. Давай, познакомимся. Я тебе цветочки. Ой, спасибо, Карло. Куда мы отправим этого сниматься актерышку? В Мексику. Давай, а мы с тобой повеселимся. Итак, продолжение сериала. Оперативный псевдоним будет сниматься в штате Тьюдад де Мексико. Ждите на голубых экранах.